на устах моих. Это славное имя Иисус. Я не знаю имен других, и чего я превозношу. Мое сердце поет о нем. Я буду петь ему аллилуйя.
Я чувствую, пришли все такие готовые прославлять Господа, да? Аминь. Аллилуйя. Да? Нам есть от чего бить в тамбурины, тарелками, ударять по барабанам, потому что жертва Иисуса Христа был спасен я и ты. Скажи своему соседу, ты спасен жертвою Иисуса Христа. Христа я спасен от огня, ранами Иисуса Христа я исцелен, нет сомнения, кровью Иисуса Христа я омыт от греха, через смерть Иисуса Христа мне дана. Давайте еще раз провозглашать все вместе. Иисуса Христа. Я спасен. Я спасен. С уверенностью. От огня. Ранами Его. Ранами Иисуса Христа я исцелен. Нет сомнений. Его кровью. Кровью Иисуса Христа я омыт от греха. Через смерть. Через смерть Иисуса Христа. Да-да-да.
записано на небесах. Я верю в Голгофскую жертву, кросвятую твою, жизнь вечную, то, что имя мое записано на небесах. Снимать печать из книг. Там будет мое имя. Аллилуйя. Ты свет в этом мире зажег. Шедший во тьму, открыл мне глаза, дал мне жизнь. Сердцем своим я тебе поклоняюсь, вечно с тобой. Чтобы прославить, здесь, чтобы поклониться, здесь, чтобы сказать, ты мой Бог, ты всего достойней, ты всего прекрасней, ты всего чудесней для меня. Yeah.
Дорогой Бог, который приходишь всегда, чтобы поддержать, укрепить. Ты Бог, который заботишься. И Ты приготовил для нас пир. И Ты говоришь, садись за стол рядом со мной. Одеться светом, наполняй меня, пусть течет рекой. Твоя слава вечной жизни и поток воды живой. Ты любовь во мне, Иисус, я твой. Можешь мне помочь, разгони, Господь, эти тучи прочь, небеса открой, и приди ко мне. Напои меня святым вином, посади меня за своим столом, накорми меня жизнью своей. Иисусом Христом. Вечностью дыша, близким будь всегда, каждый миг пусть будет новым. В святости любви расцветай, душа. Никогда не перестанет твоя реальность для меня. Можешь мне помочь, разгони, Господь, эти тучи прочь, небеса открой и приди ко мне. Напои меня святым вином, посади меня за своим столом, накорми меня жизнью своею, только Ты, Господь. Эти тучи прочь, небеса открой и приди ко мне. Напои меня святым вином, посади меня за своим столом, накорми меня жизнью своею. Только Ты один, мой Бог, только Ты. Тучи прочь, небеса открой, иди ко мне. Напои меня святым вином, посади меня за своим столом, накорми меня жизнью своею, Иисусом Христом, Иисусом. Иисусом Христом.
спросить, у кого-нибудь были ситуации, когда вы взывали Господу? И Он отвечал: «Аминь». И вот этот момент, когда Дух Господень приходит на тебя, приходит радость, мир, покой. И Он говорит: «Не бойся, я с тобой, все будет хорошо». Когда Дух Господень наполняет меня, я пою, как царь Давид. Когда Дух Господень наполняет меня, я пою, как царь Давид. Я пою. Рвутся струны. Хорошо, что барабаны выдерживают. Слава Господу! Аллилуйя! Когда Дух Святой накрывает, да, то происходит что-то непонятное, да. И апостолы, когда сошел на них Дух Святой, люди говорят: ну, напились, да, они этого сладкого вина. Слава Богу, потому что кровь начинает бурлить, Дух начинает подниматься, сердце стучать, эмоции зашкаливают. Аллилуйя! Присаживайтесь, пожалуйста.